Всем привет! У меня тут уже ребенок наводит порядки с утра. Все помыл. Соня, как всегда, у нас. Да. Мама. Только аккуратно, пожалуйста, хорошо. У тебя и браслет еще? Да. Кто тебе дал браслет? Папа, что ли? Папа дал? Да. Димка пыль вытирает. Немножко порядок наводим, да? Казуйся, да. Казуйся, да. Молодец, помощник мой. Зайка. Ставьте лайк, кто помогает маме и папе. Ты мой зайчик. Эй, я Куку, папа Куку. Папа Куку. Соня, почему твоя куколка валяется? У нас такое солнышко хорошее. Ребята, расскажут, куда у нас папа улетает. Да, конечно, расскажем, куда наш папа улетает. Сейчас? Закончились у меня вот такие влажные салфетки. Я покупала их очень давно, и они не высыхают. В общем, классно, все надо выбрасывать. Надо будет, наверное, еще заказать. Или просто обычные просто салфетки купить, влажные для уборки, самое оно. Пойдем папе наверх. Привет. Привет. Что ты делаешь? Стою. Давай. Вся, банда. Давай. Давайте. По очереди. Мы тут решили камеру перенастроить. Ага, видно, да. Надо только, знаешь, как поставить, чтобы было еще видно нашу кровать. Да. Так видно? Да. Красота. Здорово! Здорово! А меня видно там? Да. Здорово! Здорово! Чуть-чуть назад садись, если увидишь. Отойди уже назад. А здесь можно? А что это что выпадается? Мама оторвала. Оторвала? Оторвала. Мы уже сходили на улицу, погуляли. Димчику дала телефон, он играет. Мышка с ним тут. Сонечка положили спать. Потому что без одного сна, конечно, без дневного тяжеловато. А я себе сделала чай. Кипел чайник, заварила и делаю себе с клубникой. Очень вкусно. Сахар, клубника и черный чай. Но я люблю покрепче, но у меня в пакетиках нет. Тут такая, знаете, заварка. Я люблю, чтобы был горячий. Сейчас настоится с клубничкой и буду пить. Каланхой мое, представляете? Ой, засохло, в общем. Я его поставила сюда в рюмочку. Пусть он у меня здесь стоит. Вон, Соньке переставили ему. Камеру теперь видно хорошо всю комнату. В общем, я сейчас буду пить чай. На улице у нас хоть и солнце, но знаете, такой ветер, прям мы немножко погуляли, поморозили щеки. И сижу, не знаю, чем заняться. Папа наш уехал, уехал надолго. Ну как надолго, на целую неделю. В общем, ему нужно по работе. Мы будем целую неделю дома. Я вообще, вот я сижу, я не знаю, чем заняться. Дома убрано, наготовлено. Сонька спит, Димка играет, в общем, я буду пить чай, сейчас, наверное, с булочкой. Булочку? Или чай? Булочку. Ты мне составишь компанию? Да. Мой мальчик. В общем, будем сейчас, будем с ним, попьем чай, посмотрю какие-нибудь видео на ютубе. В общем, не знаю, чем заниматься. Надо обувь, кстати, перемыть. Мы намесили грязь просто и на улице все оставила, потому что комки грязи, это ужас какой-то. Булочку мы покупали, в общем, несколько дней назад, 2 дня назад получается. А я люблю, чтобы они были как свежие. В общем, я прям в этом пакете засовываю микроволновку и подогреваю. И она получается как будто, вот видите, как будто только-только приготовленная, настолько мягенькая, вкусненькая. Вот я люблю такую, знаете, свежую выпечку. Димка, я тебе чай сделала, иди садись. Давай. Тебе тоже с клубничкой сделала. Будем пить. Давай. Здесь оставляй телефон. Ты, может, разденешься? Тебе не жарко? Нет? Давай. Приятного аппетита. Спасибо. Спасибо тебе за компанию. Пожалуйста. Вкусненько. Мне кажется, это там вот, не вот эти... Это клубничка там. Не клубничка, а малинка. Малинка? Клубничка. Я сейчас хочу сварить компот. У меня яблоки, Сонька тут грызла и кизила чуть-чуть. Спрашивали, на что похож кизил. Не знаю, знаете, он такой кисленький. Если он прям спелый, его просто можно кушать. Прям очень вкусно. Добавляю кизила. Только смотрите, если вы будете варить компот с него,
он будет, может, очень каким-нибудь кислым. Пакетик помоем, как обычно. Сейчас добавлю обязательно сахар. Надо воду с крана мы не пьем, поэтому сейчас мне еще надо фильтр будет набрать воды. Вот у нас компот. Дима пришел с улицы, смотрите. Куртка. Или не знаю, то ли кинуть ее в машинку стиральную, то ли просто ее вымыть. Наверное, я просто сейчас возьму губочкой и все протру. Сонька, ты будешь кушать с Димкой? Не хочешь? Макарошки. Нет? Та, которая не хотела кушать, да, Сонь? За компанию. Вот, Димчик сегодня компанию всем составляет. Кушайте. Приятного аппетита. Дим, давай, не балуйся, кушай. Короче, мы решили поехать в магазин, чтобы не скучать. Идем погулять, да? Погулять. Папа, можно чай вот такие кушать? Давай. Димка предлагает устроить неделю челлендж без папы. Как мы будем неделю без папы? Да. Да, самое сложное это вот садик, да? А для меня в садике это не сложно. Нет, самое сложное, это будет отвезти вас двоих. А что я делаю? Все, пойдем. Где твои сапожки? Спасибо. Дима балуется, да? А, вот твои Соня, где твои сапожки? Может, ты шапку? Нет, шапку обязательно, почему-то. И пойдем. А где сапоги? А, вот. Все, садись, будем одевать сапожки. Ой, нет. Ой, нет. Нормально? Ты без меня не приходи? Мам, мне надо, здесь уже твои. Да. Забрала посылку Faberlic, как обычно, порошки, я их обожаю. Уходят у меня это дело быстро, поэтому заказала две пачки. Заказала вот такие вот колготки от Faberlic, тоже Соньки такие вот. Молочные, белые были, белые не захотела, заказала молочные и вот такие бордовые, очень хорошие детские колготки, я ей беру 92-98, у нас есть такие с кошечками отличного качества, кстати, сушу в сушильной и они не садятся. Решила этой фирмы попробовать этой серии крем для рук маленький, как раз очень удобно его кинуть в машину, чтобы он всегда был под рукой. Дальше, вот эта вот серия хорошая, мужская, гель для бритья, для умывания. В общем, если у ваших мужчин борода, то я прям советую, хорошая. Вся серия, вся линейка хорошая. Вот такой вот взяла шампунь, уже брали, пробовали, это тоже мужской, для глубокого очищения. Такой, знаете, запах очень приятный. И заказала себе гель для душа. Вот этот я не пробовала, я люблю вот эту фирму. Я покупала... шампунь, бальзам покупала. Знаете, шампунь такой, что можно помыть голову и не пользоваться бальзамом, и будет все хорошо. Гели очень хорошо пахнут и такие, знаете, прям хорошо пенятся. В общем, мне нравятся именно вот эти вот. Вот такая небольшая посылочка. И заказала еще себе джинсы, сейчас вам покажу. И вот такие вот джинсы, они идут черного такого. Почему-то на камере кажется серый, на самом деле это черные классические джинсы, они узкие, прямые, в общем, я взяла 44 размер, и на меня они сели идеально, у меня метр где-то 65-67, и вес у меня где-то 54-55, ну, 55, сейчас немножко я похудела, где-то 54, но вот, знаете, 42 я бы, мне кажется, не влезла именно в бедрах, а вот этот 44 сел просто вот идеально. Состав, в общем, такой вот неплохие джинсы. Вот так вот они на мне сели. Видите, прям хорошо тут с кармашками. Не хватает, мне кажется, здесь света. В общем, они такие достаточно, видите, высокие. В общем, ну, классные, мне нравятся. Прям хорошо так сели и узкие. У нас сейчас семейный просмотр, да? Да. Мы решили посмотреть фильм «Соник» 2020 года. Написано «Дети 6+.» В общем, мы решили... Сейчас мы накупили вкусняшек, в общем, да, Димчик с нами вон он сидит, в общем, будем смотреть, да. Будем наслаждаться, да, нам только попкорна не хватает, да? Да. Да. Ты ж котина маленькая, да? Нет. Так, пока у меня там дети еще досматривают мультик, я решила покрасить бровки.
Сейчас я вам покажу, я уже показывала. Эстель, я покупала на Wildberries, там шли прям две упаковки. Это у меня тон коричневый. Хороший. Мне кажется, хватит ее, но очень долго. Все, сейчас быстренько подкрашу бровки. Они сначала будут, конечно, темные, а потом буквально за два дня они смоются и будет отлично. Все нанесла, пока так похожу. Где-то 10-15 минут и буду смывать. Идем дальше смотреть мультики. Мышка прыгал, смотрел. Там бабушка обязательно. Его заваривает. Ты построила машинку? Сама? Молодец. Соня, яблочко будешь? Соня, яблочко. Порезать тебе? Да. Димка, ты будешь яблочко? Нет. Сейчас порежу, Соня. Сонечка, ну ударился, да, ударился он. Дима, ну она, Дима, она переживает за тебя. Так, ну что, у нас ужин, у нас будут горячие бутерброды. Или не будут, Соня? Вкусно тебе? Папа не гуня. Да, папа наш уже. Мама? Давай, будешь тереть? Да. Давай только на мелкую терочку, на вот эту давай. Да. Давай. Вот так. Мы сделаем горячие бутерброды. Я прям в эту форму застелила ее многоразовой такой вот штучкой. Это не пергамент. Соня, три давай. Просто у нас будет колбаска без ничего. Я не буду добавлять ни помидоры, ни грибы, потому что дети не будут. Ой, деда, или нет? Не понял. Давай. Ай! Что? Пальчик. А, пальчик? Давай. Духовка у нас разогревается. Давай. Аккуратно только пальчики, молодец. Уже все, ждем. Чуть-чуть осталось, будем кушать. Ты, может, разденешься? Ты не хочешь снять кофту? Помашите папе привет, он будет видео смотреть. Угу. Да. Так, ну что, бутерброды наши готовы. Сейчас чуть-чуть остынут, и мы будем кушать, да. Быстро, на 10 минут я поставила на 180 градусов. Соня, ты так кричишь, что не слышно, что мама говорит. Аккуратно, не упади. Ку-ку, ты уже кушать хочешь? Мне кажется, мы сегодня целое видео показываем, что мы кушаем. На самом деле уже 6 часов. И мы сейчас перекусим. Ну, еще, наверное, перед сном, да, что-то будем перекусывать. С компотика налили. И будем прям... Мне кажется, сюда бы еще, знаете, грибочки. Ну, уже ладно. Ой, красота такая. Мы тут с Сонькой пришли купаться, зажигаем свечи, и у меня на зажигалке закончился газ. Вы представляете, а спичек нет. В общем, успела только две свечки, и все. И купаемся, в общем. Вот такое лохматое чудо. Мою свою куколку не могу показать. Не могу ей помыть голову. В общем, была у нас проблема до этого, а сейчас... Потом мы как-то от нее избавились, а теперь опять не могу вообще ни в какую, не дается мыть голову. В общем, целая проблема. Расскажите, как вы с этим справились? Я раньше мыла, знаете, как мочалкой, наливала на головку. А сейчас ни в какую. Пяточки три. Накупались. Сань, ты спать легла? Ты здесь будешь спать? Да? Димчик смотрит, как рисовать. Мы включили наши гирлянды. Да? А ты будешь ляля спать? А лялю что не взяла с собой? Ты так будешь спать? Покупалась, умничка. Да. Будем заплетаться? Нет? Завтра утром, да? Перед садиком будем заплетаться. Хорошо.
Я вообще выкинула все игрушки, которые были в ванной, все резиновые абсолютно игрушки, потому что в них собирается плесень. И даю играть, вот если они купаются в ванночке, какие-то такие вот пластиковые игрушки, там лего или какие-то машинки пластиковые. И они играются, их легко, вот я сейчас их выложила, они сейчас просохнут. И все, их можно убирать, потому что обычные такие игрушки, которые резиновые, там, конечно, ужас. Мы как-то в первых моих видео, мы как-то с вами вместе разрезали, я вам показывала, что там творится, это просто ужас. Поэтому я все взяла, выкинула, и вот так вот. Но в основном купаемся подушеком, а если ванночки, то да, вот, их, да, вот такими игрушками. Я их накупала двоих, Сонька, Димка вообще. Соню купала, Димчик он сам купается, но, естественно, под присмотром. А ты куда я собралась? Спать, что ли? Рано еще, мы сегодня пораньше просто покупались. Будем зубы чистить. Давай. Тащит, тащит свои вещи. Что это, девочка? Давай заплетем волосики. Нет. Не хочешь? А резиночку давай хотя бы? Я не хочу. В садике? Ну хорошо. Давай поднимайся. Мышка, поднимайся давай. Ты боишься? Пойдем. Идем с нами. Ты будешь с нами спать? Пойдем. Пойдем, 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 моя девочка, пойдем, пойдем, моя хорошая. Боится подниматься. Иногда поднимается, иногда прям боится. Она один раз улетела с лестницы, теперь боится. А тут уже начинается веселого у нас, да, мышка? Сейчас мы ему устроим веселую жизнь. Давай, Соня, давайте. У нас начинается перед сном какой-то дурдом. У вас тоже так же дети делают? Все, спать. Ну, а Соня тоже хочет. Едем в садик, Соня, завтра? Что там? Там камера, я буду смотреть за вами, да. Что? Ты будешь смотреть? Я боюсь. Давайте. Дала 5 минут подумать. Дима, у тебя перепелиный чулок? Перепелиный чулок. Мышка с нами будет спать. Да, мышка? Да, Соня? Я дети. Да, Дима? Я дети. Да, Соня? Дети. Дети. Дети уже спят. Дети спят уже, да. Часы взяла. Ай-яй-яй. А потом вот эти часы будут у меня в 12 ночи. Да. Все, уложила. У нас так уютненько дома. Мышку забрала, дети спят. Я поставлю себе сейчас чай, буду пить. И, наверное, сяду монтировать видео. У меня время есть, какой-нибудь сейчас сериал, наверное, еще включу себе. Не буду пить чаек. На заднем плане у меня уже шумит посудомойка, все моется. Я так какой-то уставший, лицо блестит. Я нанесла себе маску ночную увлажняющую, как раз хорошо она мне сейчас впитается. И можно спокойно ложиться спать, смывать ее не надо. Но это мне очень нравится, знаете, не надо наносить маску, потом идти ее снимать, не надо одевать даже тканевую маску и лежать, то есть вы нанесли маску и можно ходить спокойно, она быстренько впитывается и все. Так что не забывайте ухаживать за собой, я буду на этом заканчивать видео, сейчас буду пить чай, монтировать видео, увидимся с вами скоро, всем желаю хорошей рабочей недели, всем пока-пока!